contra pe Vlăică. Eu nu. Sunt învățător asta. Te imagini cum sunt Vlăică? Faptul că se luă și... Să arătă cum să o avem. Почти 4 метра в минуту. Смотри. Вот подача какая сейчас стояла на фрезе? Порядка 3 метров. Отлично. Оборот тоже добавил. Ну, оборот уже не соответствует с рекомендациями. Нет, у нас стоит еще не больше. Одну панель хватит, а на соответствии с подачей на выпуск я сделал.
Я понимаю, но у этих лачки максимальная скорость 200 метров, не нужно скорость резко. А подача максимальная вторых. Сейчас 14, сейчас вот в соответствии с рекомендацией идет 14290 оборотов, которые были в базе. Это я не про это говорю, а со сменой пластины, которая. А, которая срезает, да? Да, скорость. Она же идет по стали, не по алюминию. Да, но я пропорционально оборотом увеличил. Вернее, как, пропорционально подачи увеличил обороты. Нет, я понимаю, но мы очень сильно увеличили скорость резания, на которой эти пластины не рассчитаны. Логично, но правильно. А на самом деле здесь неопределяющая операция, ну что поменяет. Можно будет экспериментировать этой фрезой. Если это будет последняя операция, ну да, а не в начале, и не завтра, давай лучше. Ну да. Стал бы рисковать. Сейчас меня больше интересует присадка. Я понимаю, я... Запас на год почти метр. Да, не скажешь, все равно. А и там концевик переставить. Там не в концевике дело, там в контроллере завито. Да? Что если инструмент берет отсюда, то подъем максимальный. Вот здесь могут быть агрегаты еще, но... Подозрение на службе. Да. Thank you.
Знаешь что? У Микеля нас спрашивает, почему не принял длину инструмента. Не принял?